Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я мама особенного ребенка. Его зовут Виктор, ему 7 лет. И когда Виктору было 5,5 лет, на просторах интернета мне попался видеоотзыв такой же мамы, как я, которая рассказывала о чудесном процессе исцеления ее сына, которого волей судьбы тоже зовут Виктор. Я очень благодарна этой маме, ее зовут Валентина, за то, что она делилась своим опытом и направляла таких же родителей, как и я, как она сама, направляла туда, где действительно можно получить помощь, поддержку, направление в исцелении своего ребенка и себя. И сегодня мой отзыв, он является первым по разным причинам, их много было. Отзыв у меня не получалось записать. И вот сегодня, по истечении такого довольно-таки большого периода времени, я очень хочу поделиться своим опытом, поделиться нашими результатами. И это будет не самый обычный отзыв, потому что я хочу рассказать не только, поделиться, вернее, не только нашими результатами, а я хочу поделиться более глубинным посылом по поводу процессов, происходящих с нами, с нашими детьми, когда мы осознаем, почему с нами это происходит. Это я имею в виду, почему у нас такой ребенок, почему он особенный, почему он особенный у нас, не у кого-то, а у меня, почему он такой у меня. Я хочу поблагодарить Давида и всю команду центра БР Давид за ту работу, за тот огромный вклад, который эти люди. Это не просто люди, это волшебники, настоящие волшебники, которые делятся с нами своей энергией, своими знаниями, своим опытом, которые проделывают огромную работу, не ожидая ничего взамен. Это стоит дорогого, на самом деле. Многие не понимают, как это так. Что-то здесь нечисто, почему они так работают, да? Есть и такие люди. И вот я вкратце расскажу, что было и что происходило. Когда я обратилась к Давиду, мой сын, он уже начинал разговаривать, то есть уже были какие-то подвижки благодаря лечению, которое мы получали. То есть мы прошли определенный курс медикаментозного лечения, а также физиотерапевтического и так далее. Вот. Да, был действительно виден результат, но психика моего ребенка от этого очень сильно страдала. Я это понимала. То есть я отслеживала четко, как влияют лекарства, как влияет та или иная процедура на поведение моего ребенка. И в один момент я приняла решение, что больше я не буду таким способом лечить своего сына, потому что это несет вред ему. И вообще неизвестно, как это отразится через несколько лет на его состоянии. Когда произошел первый сеанс с Давидом, это был процесс работы по скайпу, то после первого же созвона, после первого сеанса,
начались очень явные изменения. Мой ребенок вдруг начал, у него включилась какая-то болталка. Он, поскольку он в речи довольно-таки серьезно отставал от своих сверстников, то здесь изменения были в том плане, что он не то чтобы правильно разговаривал, он стал много разговаривать. То есть он просто не мог остановиться. Он говорил, говорил, говорил какие-то слова, они где-то они были, может быть, не связаны, но ему хотелось говорить, и это было заметно. То есть пошел какой-то процесс, пошла какая-то работа. Я обратила внимание, что изменения начались и у меня внутри. Изменения начались внутри семьи. Они отражались и на моем младшем сыне. Где-то включалось, знаете, может быть, это можно сравнить с каким-то обострением. То есть происходили какие-то процессы, которые включались явно после сеансов. И мне было не совсем понятно, что происходит. Были то взлеты, то снова опять падения, то опять что-то поднималось, улучшалось, то были опять какие-то откаты. Вот. Но тем не менее, я четко понимала, что работа ведется и что это результат именно сеансов с Давидом. Приехать непосредственно в центр у нас не получалось, и до сих пор у нас пока нет такой возможности. Но та работа, которая происходила удаленно, она была очень серьезной. В нашем случае, во всяком случае, простите за тавтологию, она была очень серьезной. Я хочу отметить важный момент, что Давид, он это какой-то вообще невероятный просто человек. Я удивляюсь, откуда в нем столько энергии, столько любви, столько отзывчивости. Потому что когда происходили какие-то, случались какие-то проблемы, стоило мне только написать, я даже не ожидала никакого ответа. Давид тут же со мной связывался и помогал мне. Кроме того, что сеансы были направлены на исцеление основной проблемы, задержка психоречевого развития с признаками аутичности, Давид всегда отзывался и помогал при других заболеваниях. Случилось так, что за последний год мои дети переболели и корью, и коклюшем. И после коклюша в легких ребенка была обнаружена жидкость. И я отказывалась от антибиотиков, от какого-то серьезного вмешательства. И я хочу сказать, что если кто-то из тех, кто смотрит сейчас это видео, знает, что такое коклюш, и пережил это со своими детьми и знает, что это, то вы меня поймете, потому что когда ребенок ночью кашляет и синеет и краснеет, и его рвет, и он уже не может дышать, и когда ты одна находишься с детьми, в моем случае у нас папа на работе почти все время, когда нет рядом никакой поддержки, я живу за городом. То есть я просто не знала, что делать. Меня это пугало так, что я практически целый месяц я не могла нормально спать. С каждым кашлем я вскакивала, и мое состояние было вообще не таким, какое должно быть у мамы,
который воспитывает, растит детей, маленьких особенно. И когда я обратилась к Давиду с тем, что мои дети болеют коклюшем, и я не знаю, что делать, я не хочу давать антибиотики, Давид позвонил мне, сказал: «Ну как ты?» Я говорю: «Я никак». Я говорю: «Я на автопилоте». Давид сказал: «Ну давай сеанс примем». Включил музыку. Мы с ним поговорили сначала, потом он включил музыку, все как обычно. И вы знаете, сложно в это поверить, но этой же ночью мой ребенок вместо 10 раз за ночь, он проснулся только 2 раза, и кашель уже не был таким изнуряющим, при котором он синел, краснел, не мог дышать, его рвало. То есть это был, ну, просто обычный приступ кашля, как при обычном ОРЗ. И он откашлялся, лег и уснул спокойно до утра. Вот. И с этого момента болезнь протекала уже в совершенно легкой форме. Она длилась еще какое-то время. Да, этот кашель остаточно оставался, но это невозможно, это вообще не сравнить с тем, что было. Я смогла ночью спать, я успокоилась. У меня внутри тоже свои какие-то процессы происходили. Вот. То же самое было, когда после заболевания сделали УЗИ, обнаружили у сына небольшое количество жидкости в легких. Я тоже была, конечно, напугана. Обратилась к Давиду, и Давид направил меня к доктору Аркадию. И я благодарю и Давида, и доктора Аркадия за подсказку. То есть я просто стала делать то, что мне посоветовали. Параллельно я постоянно работала с медитациями, которые для нас записывает Йосефа. Огромная благодарность. Это действительно очень мощный инструмент. Если вы еще об этом не знаете, обязательно найдите. Эти медитации, они волшебные, они рабочие. Делайте это. И это поможет не только вашим детям, но и вам самим в первую очередь. И я хочу поблагодарить от всего сердца и сказать, что то, что делают эти люди, это невозможно переоценить. И если вы узнали об этой клинике, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, потому что это люди, это настоящие волшебники. Они творят такие чудеса, это команда светлых душ, которые пришли помогать нам, не только вашим детям, а нам в первую очередь. И на своем опыте, вот придя в эту точку, в которой я сейчас нахожусь, я хочу поделиться с вами своим пониманием того, что происходит. То, что я сейчас говорю, это не просто слова. Я сейчас делюсь с вами энергией, которая тоже направит вас и будет вам помогать, если вам резонирует то, что я сейчас говорю. Если у вас такой ребенок, особенный, как мы их называем в нашем мире, то вам необходимо понимать, что это не ребенок болен. Ребенок пришел для того, чтобы исцелить нас, родителей. Нас, наш род, возможно. Потому что причина особенности ребенка, она кроется не в нем чаще всего, а именно в нас и в корнях нашего рода. И когда мы это осознаем, то есть в тот момент, когда приходит понимание, что этот ребенок пришел исцелить вас, меня,
И когда мы начинаем что-то делать для исцеления себя, в этот момент начинают происходить чудеса с вашим ребенком. И это действительно так, это работает. И Давид с его командой – это те люди, которые видят глубину этих процессов, видят причину, и они дают нам толчок. Если вы сейчас находитесь в самом начале пути, если вы только-только начинаете что-то принимать и что-то осознавать, углубитесь в этот процесс. Слушайте, постарайтесь принять, даже если вам кажется, что вы вообще абсолютно гармоничные, что у вас прекрасные отношения. Или даже если у вас отношения не прекрасные, но это вообще не имеет никакого отношения к состоянию вашего ребенка, то постарайтесь допустить, что то, что говорит Давид, и то, что я сейчас пытаюсь до вас донести, просто хотя бы попытайтесь допустить, что это правда. Если вы допустите, что это правда, и попробуйте принять это и попытаться рассмотреть, что это такое, как с этим работать, что в первую очередь важно именно принять, что раз ребенок пришел, вот такой ребенок, какой он есть, он пришел ко мне, значит, это со мной что-то не так. И раз со мной что-то не так, то сначала нужно вылечить себя. Ну, вылечить, может, нехорошее слово, исцелить, давайте будем говорить, исцелить себя. И когда процесс исцеления себя будет работать, вы начнете замечать, как меняется ваш ребенок. Когда я начала глубокую работу над собой, я увидела, что происходит с сыном. Это настолько удивительное изменение. Я благодарна Давиду и всей команде клиники за то, что они говорят об этом. К сожалению, может быть, не все об этом слышат, но те, кто слышит, меня сейчас понимают. Мне кажется, это самое важное. И Давид всегда говорит, что исцеление нужно начинать именно с себя, не с ребенка даже, а именно с себя. С отношений с родными людьми. С отношения к ребенку, с принятия ребенка таким, какой он есть. Принять и полюбить вот все, что есть. Вот какая ситуация есть, всю ее принять без остатка. И если вы понимаете, что у вас есть какая-то темная сторона, примите эту темную сторону. Не надо от нее открещиваться, говорить: нет, я хорошая. Я не такая, как там говорят. Мой ребенок, он просто вот он такой, это он такой, а не я такая. Когда процесс запускается, меняется все вокруг. Меняетесь вы, меняются отношения в семье, меняются дети, не только те, которые считаются особенными, а все меняются. И я благодарю своего ребенка, потому что он для меня стал учителем. Он мой духовный проводник. И я действительно искренне ему благодарна, потому что с него началась моя глубинная работа над собой. И
И после чего я стала искать пути, пути исцеления, пути коррекции, пути работы. И вот все, что со мной происходит, огромный вклад внес, опять же, Давид и его команда. Знаете, еще я хочу поблагодарить тех мамочек, которые также работают с Давидом. Ну, как работают? Они исцеляют своих детей, себя. Тех мамочек, которые совершенно бескорыстно помогают информацией, которые всегда готовы ответить на вопросы, которые даже записывают специальные видео для таких же мамочек, чтобы их поддержать, что они находят на это время вообще, потому что мне вот, например, крайне сложно найти время, когда я могу сесть спокойно что-то записать, потому что нужно собраться с мыслями, нужно как-то подготовиться морально хотя бы. Я благодарю этих дорогих мамочек от всего сердца, потому что, ну, лично мне очень помогли на нашем пути вот эти подсказки, вот эти видео, эта поддержка, эти отзывы, эти просто ответы по WhatsApp. То есть, если я задаю вопрос, мамочки обязательно отвечают. Я вас благодарю. И я хочу искренне, глубоко поблагодарить и передать, или запустить, наверное, вот эту волну благодарности Давиду и его волшебной команде. Я каждого из вас благодарю, люблю вас за ваше участие, за вашу любовь, за вашу заботу, за ваш юмор. Просто за то, что вы есть, и вы доступны, вы всегда открыты к нам. Благодарю мамочек, благодарю высшие силы, благодарю себя, своего ребенка, всех, кто был и есть на моем пути, которые... всех-всех, кто хоть как-то причастен. И я искренне желаю каждому, кто смотрит это видео, понять глубину моего посыла. Не просто слова, да, а именно глубокий смысл, ту энергию, которую я сейчас пытаюсь вам передать. Я очень хочу, чтобы она дошла до ваших сердец. Я желаю вам и вашим детям абсолютного, полного исцеления, любви вам, благодарности и света. Благодарю.